que j'exercerai mes fonctions. Хотел с мячом. Игрок, конечно, из меня никакущий, но зато болельщик хоть куда. Это телепроект «Правовое поле» на главном дагестанском канале. Всем привет! Россия, 2018, чемпионат мира, футбол, кто бы мог подумать. И пусть как только не называют эту игру, и балетом для масс, и 90-минутной гонкой 22 футболистов, одно остается неизменным. Футбол мало кого оставляет равнодушным. Особенно после столь желанной победы сборной России над испанцами, уже все россияне просто не отходят от телевизионных ящиков. FIFA. Чемпионат мира 2018 года FIFA, дамы и господа, будет организован в России. Когда 8 лет назад в Швейцарии президент FIFA Йозеф Блаттер вытянул конверт с надписью «Россия», мало кто понимал, что это действительно произойдет. Что игра в мяч, любимая на всех континентах мира, в 2018-м объединит болельщиков на российской земле. Какие могут быть впечатления у человека, который всю жизнь в футболе и как бы по воле случая, наверное, и по Божьей воле удалось посетить хотя бы один город, хотя бы один матч чемпионата мира, учитывая тот факт, что всю жизнь в футболе занимался футболом, и не попасть на чемпионат мира, который раз в 4 года, и будет ли вообще на моем веку в моей стране еще когда-нибудь. Поэтому я не стал упускать этот шанс и воспользовался им. В Москве на самом деле очень красочно. Атмосфера царит доброжелательная, все болельщики, все обнимаются, все хотят друг другу что-то подарить, происходит обмен, кто-то сомбреро, кто-то матрешку. Я, к сожалению, не додумался, но на самом деле можно было что-то, какое-то наше этническое ремесло подарить, то есть какой-то предмет и взамен получить сомбреро. Но не догадался, к сожалению. Но сейчас опять возвращаюсь уже по работе, я надеюсь, что получится мне сделать, как там говорят все, change, то есть обмен, давай поменяемся чем-нибудь. Вот. Ну, атмосфера шикарная, на самом деле. Я побывал в Волгограде, пока только в Волгограде. Знаете, вокруг стадиона и в центре, около стадиона, скажем так, действительно большой ажиотаж. Фан-зона, в принципе, она находится от стадиона где-то в километрах 3. То есть это достаточная территория, и там много исторических достопримечательностей, музей тот же, да, вот знаменитое вот это, который во многих фильмах «Сталинградская битва» показывает, это здание, которое, ну, много памятных для нас, для россиян, связано с Великой Отечественной войной, памятников, тот же Мамаев, Курган, конечно, все это рядом, и я думаю, те, кто гости нашей страны, гости Волгограда, вне зависимости, играет их команда, не играет, там очень много было гостей. То есть матч сегодня играет Саудовская Аравия и Египет, там были японцы, были бразильцы, были, я даже тех же поляков видел, разгуливающих по набережной. То есть атмосфера, ее передать, я не знаю, это надо почувствовать. Везде прям дышится футболом, болельщики. И на самом деле хочется сказать, что, ну, организаторам удалось все-таки создать вот эту вот приятную, доброжелательную атмосферу. Это, я думаю, самое главное. Конечно, жаль, что в родном Дагестане совсем не чувствуется, что где-то за 800 километров в Волгограде или Ростове-на-Дону полно иностранцев. Царит атмосфера праздника. Люди танцуют, поют и обмениваются положительными эмоциями. За
запреты, по-моему, как и на всех других стадионах. Колющие, режущие, огнестрельное оружие было под запретом, это естественно. Был еще один. Нам не разрешали брать с собой воду. Вот это было, потому что, то есть, извне стадиона пронести с собой я не мог, надо купить внутри. Ну, таково правило, да, FIFA свои контракты. Цены, конечно, для нас, для россиян, ошеломляющие. Я, на самом деле, ознакомился, прежде чем пойти. Строго под запретом своя еда, нельзя проносить алкоголь. Под запретом были селфи-палки длиной 25 сантиметров, в том числе зонты. Также под запретом были любые предметы, либо изображения, там, свастика, ну, все, что касается, по крайней мере, вражды какой-то. То есть вот, все это было под запретом, все это проверялось. Было ощущение, что ты заходишь в аэропорт, то есть когда тебя проверяют. Вот. Но все было компетентно, люди знали английский язык. Люди просили, то есть, откройте это, покажите то-то. То есть, я не ощутил то, что как бы там нас сильнее проверяли или нас меньше. Просто был обычный досмотр, и все с пониманием к этому относились. Вот. Ну, а на стадионе, конечно, было все, что захотел болельщик. То есть, там была и сувенирная продукция. Кстати, на стадионе чуть дороже, чем за стадионом, почти раза в два, в три. Бутылка воды газированной, не газированной, стоит 200 рублей. Но там особенность в том, что там есть свои стаканчики, да, прописанные контрактом, который заключил договор с FIFA. На стадионе продавалось пиво и напитки. В принципе, если ты даже не допил, к сожалению, надо было выбрасывать. Вот мы с ребенком взяли там напиток, он, в принципе, даже не допил, но попросили, потому что, говорит, мы не можем жидкость пронести как бы внутрь. Вот. Внутри стадиона никаких проблем, все можно было купить, все было доступно. Один из моих друзей, как бы, у него вот в бейджике, который висит на ленточке, была булавка. Он сам про нее забыл, но и как бы ни один турникет ее тоже не зафиксировал. Ну, он говорит, а он потом это вспомнил, да, что, ну, даже булавку нельзя было. То есть я к тому, что даже булавку, вот иголочка, которая где-то вот цепляется, ну, значок какой-то, да, даже это было под сомнение, пропускать или нет. Организаторы постарались, чтобы все было, выглядело очень мягко, то есть не так, как иногда бывает, когда приходишь, тебя начинают обыскивать недовольные люди, улыбчиво. Вот я когда бывал за границей, там на самом деле тоже вот security очень часто улыбается, там очень вежливо. То ли наших людей так обучили, что произошло, я не знаю, но прямо очень так все улыбчиво улыбались, все друг друга помогали, подсказывали, куда пройти, как, где это находится, где то находится. Ну, на самом деле, очень так приятно было, и я надеюсь, этот опыт наша страна будет использовать и уже для других больших мероприятий. А как бы вы оценили поведение стражей порядка в городе? В частности, в Волгограде оценил бы более чем положительно. Они действительно молодцы. Я понимаю, что на них нагрузка. Очень много было там, ну, как сами волгоградцы говорили, из вне Волгограда, то есть со всей России, которые были пригнаны туда. Единственное было неудобство мне, например, да, мы на своей машине были, к стадиону, там, ну, пропуск нужен, понятно, очень далеко от стадиона были закрыты дороги, но что было удобно, все до того налажено, пробок практически не было, и все время ездили автобусы, то есть в день матча, в Волгограде именно. Во-первых, объявлялся нерабочим днем. А во-вторых, проезд с паспортом болельщика и билетом был бесплатно. То есть на любом виде общественного транспорта ты в любую часть города можешь поехать бесплатно при наличии паспорта болельщика и билета на матч. Работают отлаженно и четко. Я не видел, чтобы какого-то пьяного, там, даже очень пьяного туриста там, уводили в участок, так как это обычно мы видим или обращаем внимание. К туристам очень лояльное отношение, то есть, ну, намного глаза закрывает на самом деле. Но это, видимо, такое некое гостеприимство. Ребят, вы приехали к нам, да, мы закрываем глаза, но в каких-то рамках, наверное. Вот. Полиция работает хорошо, я ни разу не видел, чтобы там какой-то инцидент был, или там туриста выводили, там крутили ему руки. Все отлично, атмосфера шикарная, на самом деле. Я один раз подслушал разговор на английском языке, когда бразилец общался с австралийцем, и они вот
друг другом делились мнениями. Слушай, ну как тебе, говорит, в России? Я, говорит, я впечатлен, говорит, я не ожидал, что здесь так тепло, здесь так доброжелательно, и ко мне относятся очень хорошо. Хотя, говорит, мне казалось, ну, видимо, все-таки средства массовой информации западные, они немножко по-другому это все трактуют, и, видимо, сложилось какое-то впечатление. Когда он ехал, я так понял, видимо, они боялись даже сюда ехать, потому что не знали, что здесь будет, кто их будет встречать, какая реакция местных жителей будет. Было все шикарно, я помню, они там друг друга расписывали всякие ситуации, и все было именно с положительной точки. Мне показалось, что им все-таки нравится. В России, в Москве, в частности, они были до этого в Нижнем Новгороде, то есть, и мне показалось, что все их устраивает, и они впечатлены даже Россией. Слава Богу, как бы я рад за них. Мне очень отрадно, что именно наша страна произвела вот именно такое хорошее впечатление. Если из двух полицейских один обязательно разговаривает либо на английском, либо на любом другом доступном для туриста языке, туриста в данном случае, да, и болельщика языке. То, что касается фан-зоне, да, если кто-то не попал на матч, там же очень удобно. Не было, по крайней мере, я не сталкивался, да, с какими-то проблемами с полицейскими, да, и с теми стражами порядка, стюардами, которые обслуживают матч в данном городе. Все было чинчено, мне сейчас очень молодцы наложили. А я вот о чем подумала. Ведь футбол – это самое настоящее правовое поле. Поле в буквальном смысле. Со своим обществом, представленным игроками и болельщиками. Со своим правительством в лице ФИФА и его руководства. Со своими законами и правилами. Ну и самое главное. В футболе есть персона, которая строго судит за нарушение правил. Судья. Есть такое же поверье, не суди, не судим будешь. Я думаю, что это самая ключевая фигура. Самым грамотным и самым классным судьей, арбитром, футбольным арбитром считается тот, если этого арбитра не видно на поле. То есть, если его не видно, это значит, как бы игра проходит лучше, чем кто-либо ожидал. Судья, он действительно он важнее, по-моему, всех. То есть от его решения зависит многое. И это большая ответственность прежде всего. Потому что тут как бы одно из твоих решений, если ты где-то, выражаясь футбольным термином, поплыл, то есть потерял нить игры, то тут страдает одна команда. Ты как бы во благо другой. Либо ты просто, теряя эту самую нить, позволяешь этакий беспредел на поле. То есть футбольный арбитр и вообще арбитр, я думаю, судья, он должен быть прежде всего нейтральным человеком. И как и в гражданском кодексе, уголовном кодексе, даже на футбольном поле, в футбольном кодексе, да, он должен строго соблюдать закон. Строго соблюдать правила, в данном случае, футбола. То есть, как трактует тот или иной эпизод, что прописано в правилах, так и надо трактовать. Произошел сбой компьютерной программы, и вы получили больше заработной платы, чем положено, придется вернуть. Один из самых важных показателей успешности нашего трудоустройства – это заработная плата. В судебной практике встречаются случаи, когда работодатель и работник спорят по поводу того, правильно ли начислена и выдана зарплата. И что делать в том случае, если все-таки неправильно? Трудовой кодекс устанавливает возможность взыскания с работника излишне выплаченной зарплаты только в трех случаях. Первый случай – это счетная ошибка. Второй – если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое. И третье – это если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом. Ошибка, именно это понятие, и заложено в Трудовом кодексе как основание для того, чтобы вернуть эту заработную плату работодателю. И так как в законодательстве не расшифрован этот вопрос, что является счетной ошибкой, поэтому практика складывается по-разному. Налаженной единой судебной практики по таким вопросам нету на сегодняшний день, но это потому, что все-таки жизнь идет вперед, и не всегда законодательный орган успевает вносить те или иные изменения или принимать новые законы и регулирующие общественные отношения. Поэтому и получаются вот такие непонятные проблемы, казусы.
Сколько вот разных процессов, столько, наверное, и нет единого. И нельзя сказать, где-то там даже где-то большая часть принимается таких решений, где-то меньше, да? Ключевой вопрос, конечно, в том, что считать счетной ошибкой. Понятно, что если ваша зарплата условно составила 15 тысяч рублей, а вам на карту перечислили 150 тысяч, то тут работник бухгалтерии ошибся на один нолик. Но не все ошибки бывают столь явными. Ее отождествляют именно с арифметической ошибкой. Но насколько это правильно, это тоже трудно сказать, потому что, как мы знаем, расчетная арифметическая ошибка – это когда сложение, ошибки при сложении, вычитании, умножении. Поэтому при рассмотрении данных споров суды исходят из того, является ли это арифметическая ошибка или все-таки это техническая ошибка, сбой компьютера нельзя отождествлять именно с арифметической ошибкой. Верховный суд в 2012 году уже, в принципе, высказался по этому поводу и указал, что счетная ошибка – это всегда именно арифметическая ошибка, то есть именно в действиях при расчете заработной платы. А техническая ошибка, как указано было в этом же определении, она не может считаться счетной и, соответственно, не может влечь возврат этой заработной платы. Как показывает практика, Трудовой кодекс в части того, что признавать ошибкой работодателя, явно нуждается в дополнении и изменении. А пока практически любая промашка бухгалтерии, которая может выявиться по прошествии некоторого времени, когда и деньги-то будут потрачены, будет считаться за наш с вами счет. Такой момент, то есть первая инстанция, вторая инстанция по иску организации к работнику о взыскании излишне уплаченной денежной суммы отказала в удовлетворении, посчитав, что не является это ошибкой арифметического характера, поэтому как бы и вины работника тоже в этом нету, соответственно, это взыскано не может быть. Надзорная инстанция данный акт отменил и посчитал, что все-таки техническая ошибка, сбой компьютера тоже является счетной ошибкой. Но Верховный суд Российской Федерации отменяет судебный акт надзорной инстанции и оставляет в силе первые судебные акты, первые и вторые и апелляционные инстанции. И что получается? Но все-таки в этом определении он указывает, что первые суды первых инстанций пришли к неправильному выводу в раскрытии норм именно в понимании, что такое счетная ошибка. Но в то же время они не смогли оставить в силе вот судебный акт надзорной инстанции, так как у них не было ссылки на закон, на определенный закон. И получается, все в то же время они понимают, что это неправильное толкование понятия расчетной, арифметической ошибки, сбой техники компьютера, и не могут сослаться на определенный закон и отменить данное решение, данные судебные акты. Вот как квалифицировать сбой в компьютерной программе? И чем интересна эта ситуация, она на самом деле пограничная. С одной стороны, это сбой в компьютерной программе, как бы априори понятно, что здесь о технической какой-то составляющей речь идет, но с другой стороны, если эта программа направлена на начисление и исчисление соответствующей задолженности, то есть занимается, именно выполняет арифметические расчеты, то есть расчеты же обязательно, не обязательно человек должен выполнять, да? Как исходит здесь суд, из чего решение мы обсуждаем, он исходит из чего? Из того, что сейчас идет компьютеризация повсеместная, и арифметические расчеты не обязательно должен бухгалтер выполнять. Поэтому, конечно, этот пробел нужно менять, надо вносить изменения или более раскрыть понятие, что такое счетная ошибка, потому что невозможно. Мы видим реалии на сегодняшний день, что компьютеризация повсюду, во всех организациях, учреждениях, в школах, садах. Поэтому,
как бы оставлять без внимания ошибки технические, и в то же время, когда невозможно признать виновным никого, компьютер мы не посчитаем, да, не привлечем к наказанию. Поэтому, чтобы не происходили такие безосновательные, ну, обогащением тоже не назовешь, но все-таки траты организации из-за сбоев в компьютере, это тоже, конечно, неправильно. Но в любом случае закон есть закон. В принципе, там буквально кто толкует, и получается, что нельзя считать техническую ошибку арифметической. В июле вступает в силу большое количество законов. Так, с 1 июля страховщики больше не смогут использовать бланки полиса ВОСАГО без QR-кода. Форма полиса 1 января была дополнена штрих-кодом, который должен содержать информацию для прямого доступа к сведениям о договоре обязательного страхования на официальном сайте профессионального объединения страховщиков. С середины лета все бюджетники будут получать заработную плату на карту Национальной платежной системы МИР. Карты также выдадут всем получателям государственных стипендий и работникам государственных и муниципальных органов, учреждений и внебюджетных фондов. Госдума одобрила в третьем окончательном чтении законопроект о повышении госпошлины за выдачу заграничного паспорта с 3500 рублей до 5000 рублей. Увеличится и пошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет с 1500 до 2500 рублей. Но, пожалуй, самыми обсуждаемыми стали законопроекты по повышению пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. НДС – это какой-то налог, по-моему. Отчисления, которые, да, зарплаты у нас идут на пенсию? Нет. Налог какой-то. Налог на добавочную стоимость? Так, наверное, да. А знаете, сколько процентов составляет НДС? Не совсем. Процентов 13%. Я не уверен. Это 8-10, мне кажется. Нет. Знаю. Налог на добавленную стоимость? Да. И что это? Налог на добавочную стоимость. Знаю. Налог на добавленную стоимость. НДС является косвенным налогом. Это налог на потребление. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются индивидуальные предприниматели, организации, а также лица, перемещающие товары на таможенную территорию Российской Федерации или территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации. Фактически плательщиками налога являются покупатели товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. Основанием для уплаты данного налога является специальный документ «Счет-фактура». Счет-фактура, что это за документ, какие реквизиты должен содержать, прописаны в статье 169 Налогового кодекса. Основная ставка налога на добавленную стоимость – это 18%, это общепринятое, которое все знают. Существует также пониженная ставка налогового 10%, а также специальная налоговая ставка 0%. Повышение 2% этого ставки налога, доход бюджета поступит около 600 миллиардов рублей. Это примерно где-то 7-8 бюджетов Дагестана, если посчитать. Вот это огромная сумма, и понятно, что почему пришли к такому выводу об увеличении ставки НДС с 18 до 20%, потому что это огромная сумма. Это самый легко собираемый налог. После внедрения программного продукта АСК НДС-2 практически у нас ежегодно наблюдается повышение поступления данного налога по республике. Это очень существенный налог и занимает более 65% в общих поступлениях в федеральный бюджет. В абсолютном выражении данная сумма по прошлому году у нас составила более 4,8 миллиарда рублей. По текущему периоду, на постоянную, на 1 июня текущего года 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Но
индикативные показатели по собираемости налога, то есть плановые задания выполняются у нас практически на 20-30% перевыполняются. У этого решения есть и обратная сторона медали, такая как, на мой взгляд, увеличится количество обнальных фирм, потому что повышение ставки НДС, и все эти обнальные компании, они разворачивают свои схемы именно за то, чтобы обойти этот налог. И увеличение ставки налога будет способствовать увеличению таких фирм, и которые будут еще больше развиваться в этом плане. Отметим, что как закон о внесении поправок по НДС, так и законопроект по реформированию пенсионной системы пока только внесены на рассмотрение Государственной Думы. Предстоят жаркие дискуссии и баталии. Лето, жара, июль – время отпусков. Команда проекта «Правовое поле» закрывает очередной сезон. Мы желаем вам отличного летнего отдыха. Проведите больше времени с теми, кто вам дорог. Смотрите футбол, удачи вашим любимым командам и, конечно, сборной России. Она нам понадобится.